Высочество, принцесса Пиф-Паф, Пифочка первая. Господин принц, как две капли? Но! Нет, я бы сказал, как одна капля. Вылитая папочка. И усики такие же, как у пиф-паф папочки. О, а где господин король? В своих покоях рыдает. Но родительское сердце можно понять. О, да, я иду утешать его. Не надо, он успокоится. Вы лучше поговорите с ней, господин принц, и вы убедитесь, что это настоящая принцесса. Да. Плиз. Нет. Но... Плиз. О, биг. Да. Sit down, please. Да. Да, please. Пифа. Скажи мне, принцесса, умеешь ты танцевать минуэт? Нет. То есть да, иногда танцую. Господа, как изящна принцесса. Сколько лет ей уже? 18. Молодая. Ну, а любишь ты есть бланманже? Еще как. Ну, а слушать баллады, стихи? Я пирожные очень люблю. Стесняется. Да. Смеяться изящно умеешь. Пифа. Пифуня. Да не так же, не так. Да, это настоящий принцесс. Я очень доволен смотринами. Да разве это смотрины? А еще принц. Ведь жену же в дом берешь. Это кто такой? Лучше не вмешиваться. Очень хорошо. Сначала надо узнать, что она по хозяйству делать умеет. Пифа. Пифа. Никогда. Пифа. Куда? Девочка. Вот как это надо делать. Скажи мне, принцесса, да не надумай врать. Сумеешь ли ты мужу рубаху постирать? Мужицкие вопросы, я ручки берегу. А как возьму за косу? Смогу. А тесто ты, невеста, сумеешь замесить? Чтоб я месила тесто, не вздумай и просить. Просить я не обучен, возьму за кочергу. Она попросит лучше. Смогу. Носить сумеешь воду, да подметать в избе. Чтоб я принцесса родом, мила избу тебе. Я спину гнуть без толку не буду, не могу. А я по ней метелкой. Смогу!
Вот теперь все сможет. Пифа! 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 Вот какие бы я устроил смотрины. Это если бы я решил свататься к вашей пиф-паф-пифочке. Но мне она не нужна. У меня есть своя принцесса. Собственно, кто ты такой? Иван, крестьянский сын. Ах, Ваня! Послушай, добрый человек. Я не человек. Я придворный. Господин придворный, будь человеком, а? Дай меч, уж больно с чудовищем надо сразиться. Людям помочь. Так ты, Иван, мужицкий сын, хочешь получить? Меч, полцарства королевства, принцессу, пиф-паф-пифочку в придачу. Пифа! Эй, мамка-нянька. Да, господин министр, да. В темницу его и потемней. Господин министр, ну ведь страшно-то вся разбежалась. Тогда ты... Да как же я одна, господин министр? Придумайте что-нибудь. Мысль. Ну? Надо его обмануть. А как? Выдать Ивану, мужицкому сыну, меч. Ну, сразу бы так. Ванечка! Идем, Ванечка! У меня в кладовочке хорошие... В кладовочку! Кладовочку, Иван! Все! Готово! Почему? Темницы, Ванечка! Почему все готово? Что там в темнице творится? Что? Ваше количество, а тут Ваня приходил. А. С чудовищем хотел сразиться. Ну уж и я-то его. О, но это ты зря. Что значит? Это ты поторопился. Я никогда не тороплюсь. Тоха, если этот Ваня устроит чудовищу такие же смотрины, как устроил мне, чудовище костей не соберет никогда. Ваше количество, у нас есть иностранный герой. Ах, да, иностранец. Ой, неловко как-то, эти иностранцы. Знаешь, что, мне надо успокоиться. Да, да, да. Отведите меня в мои покои. Да. Мне надо успокоиться. Да. Ей надо успокоиться. До свидания, моя радость. Да. Она скоро придет. Да. Примиряйся! Ну, тогда сражение. А ты герой. Да, я герой. Их не мил сказал, он герой. Я с ним с удовольствием встретился и сразился, но я не перевариваю героев. А, значит, он сдался. Он сказал, чтобы ты убирался отсюда, да поживей. Тогда я буду сражаться с вами. С нами? Туда. Yes. Корешок! Корешок! А еще, что? Ты видишь, что осталось от твоего друга заморского принца Ай-Ай? Ой, как мало осталось. Вот если к утру души деревьев не будут пойманы, от тебя пиф-паф. Останется только ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, а теперь требование личное от меня. По всей земле нас расплодилось тысячи. Из всех грибов одни лишь мы прописаны в лесу. Мы требуем, чтобы люди нас употребляли в пищу. И чтобы из нашей братьи грибной варили суп. Мы требуем, чтобы люди нас употребляли в пищу, и чтобы с нашей братьей грибной варили суп. На! Ну, ой, ну что вам сказать?
сказать? Ну, ну, ну говори, говори, живей! Ну просто, ну мы не можем сегодня варить из вас суп. Почему? Потому что у нас сегодня рыбный день. Да. Да? Да, и поэтому приходите поздно-поздно вечером, и мы из вас на завтрак, ну? Приготовим наши любимые грибные блюда. И... Ну смотри, если обманешь, ну смотри, если подведешь. Ребята, за мной! И... Ой, кошмар какой, что же делать? Ваше Количество! Что такое? Ваше Количество! Ну что, говори быстрее? А ваш-то господин министр так испугался поганых чертополохов, мухоморов и убежал в другую сказку. Ох, наглец какой! Ваше Ох, что Количество! А вы? Вы-то у нас герой, ваше Количество! Вы ведь только сейчас освободили нас, спасли от всех чертополохов, мухоморок, поганок! Спасибо, герой! Перестань немедленно! Ну что ты, герой! Перестань! Герой! Что ж ты глупости несешь? Герой! Какой я герой? Герой! Все ты взяла? Ну, герой! Ведь придут же через 2 часа поздно вечером из всех щелей полезут! Герой! Ну? Нашла мне героя! Ой! Господи, что же делать? Ну? Что же делать? Пора, пора начать думать самому! Ну, ну, как ну, это, Федор, ты ну, делал? Ну-ка! Господи, боже мой! Ну-ка! На. Сейчас! Оп! Мысль! Ну? Собственная! Ну? Слушай, герой-то у нас в темнице сидит! В темнице, ваше Количество! А ну-ка, давай его сюда! Сию минуту, ваше! Быстрее! Ух, какой я умный! Ух, какой я прозорливый! Ванечка! Вот, вот наш Ванечка! Ванечка, Ванечка! Ванечка, Ванечка! Ну ты чего? А ты чего? Ну чего ты? А ты чего? Ну ты чего, ты чего? А чего ты чего? Я все-таки царь. Ну чего ты в такое серьезное для государства время в темницах валяешься, а? Пошел бы лучше с чудовищем посражался. Ну так я и шел, а по дороге к тебе завернул. Дай, думаю, погляжу, какие такие царские темницы бывают. Ну и как? Поглядел? Ну в темнице темно, ничего не видать. Ой, ты, мужик, любопытен, видать. Чего ж в темноте ищу глядеть по темницам? Ну, а в темноте-то ведь и светлое снится. Ну, ладно, ладно, все, тебя не переспоришь. Слушай, а как тебя величать? Да величать пока не за что. А звать Иван. Слушай, часом не Иван, великан. Да нет, пока просто. Иван. Просто Иван? Просто Иван. Просто-просто. Просто хорошо. Просто я люблю. Я тоже просто царь, перецарь, король. Просто монарх. Давай поговорим по-простому, а? Вань, чудовищу свалить надо, чтобы духу его не было в царстве королевстве. Надоел. Ну, меч давай. Сейчас. Трудно, что ли? Сейчас дам. Ну, эти цари. Вот, Вань, несу, Вань. Тяжелый. Несу. Ты что? Ты что размахался-то? Давай, иди, иди. Ступай, с чудовищем сражайся, Ваня. А что ж ты про полцарство ничего не спрашиваешь? А вот управлюсь и спрошу. Мель, ну, с заморским принцем расправились. Так? Дуньку похитили и спрятали в лесу. Молодец. Вот только Иван. Что Иван? Ушел из темницы. Из темницы, вот что. Ваньку надо уничтожить, а Дуньку отправь к чудовищу. А, легко сказать. Выполняй.
Дуньку отправить к чудовищу. Слушаюсь. Зараси! А куда? Туда, туда ее, туда. Красавец, ну и дела. Не говори, у тебя нет валерьянового корня. Да не. У меня просто ножка подкашивается. У тебя ножка подкашивается, да тебя мало повесить. Ножкой вверх, а шляпкой вниз. Герои, кавалеры, отличились. Даже обидеть как следует не смогли. Поиздеваться не сумели, унизить ума не хватило. Собрать всех мухоморов и чертополохов и переградить дорогу в сторону их немилости. Герой решит, что заблудился. Тогда вы станете кричать, как будто бы издалека. Мы души деревьев, мы выведем тебя на дорогу. Герой пойдет за вами, а вы вернете его сюда. Тут я с ним и расправлюсь. А почему не сразу? Как надо. И тут же во весь дух мчитесь к их немилости и доложите, что его верная придворная дама, его злючка-колючка расправилась с героем и скоро будет. И чтобы встречали меня музыкой и плясками. А! Мир, ну, шагом марш! Вперед, 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 чертополохи! Какая глухая поляна! Тут мы и передохнем. Герой уже вышел из темницы. Идет, чтобы сразиться с чудовищем. Я, душа дуба, желаю ему удачи. Твое пожелание, конечно же, ему поможет. Ведь оно от души. Всякой нечистью. Что ж делать, Ваня? Придется мечом. Эй, нет. Через всю чащобу мечом не пробьешься. Только, знаешь, меч затупишь. Ну, а что же делать? Да кабы знать. Смотри, Ваня. Смотри, здесь души деревьев отдыхали. Те, которых чудовище выгнал. Пень-то сухой, а на нем зеленые листики пробиваются. Ну, вот и посиди пока. Отдохни. А я подумаю. Мы души деревьев, мы души деревьев, мы выведем тебя на дорогу, сюда, сюда, сюда. Смотри, Ваня, а вон и проход открылся. Что-то как-то вбок от дороги, а? Значит, там и есть настоящая дорога. Души деревьев обманывать не станут. Пойдем скорее. Подожди, Дуня. Сядь.
Один пойду. Ваня! А ну, сядь! И чтоб сидела здесь. И никаких разговоров ни с кем. А то лес-то темный. Мало ли кто забрести может. А не кинешь ли, Ваня? Куда же я тебя кину такую, коли сам из земли-то вытащил? Ой, что-то сердечко не на месте. Откуда же у тебя сердечко-то у репки? А вот и есть. Вот тут. Словно маленькая репка ботвичкой кверху. И так колотится. Ну, ладно. Пойду. И чтоб сидела тут. И без меня никуда. Да куда же я теперь без тебя? И без меня никуда! Ой, недалеко ли зайдет Ваня? Ты кто такая? Я Злючка-колючка. Бабы-ягинская внучка? Нет, я сама по себе. Хорошая штучка. Оно и видно. Только шла бы ты куда шла. Мне здесь Ваня не велел ни с кем разговаривать. Безусловно, я многим колю глаза, могу уколоть и в сердце прямо, и даже чудовище как-то сказал, что я чудовищная дам. Дуня, Дунечка, Дуняша. Ну, погоди, колючка. Дунечка. А ну, отдай платок. Ты что, при чудовище состоишь? А чем плохо? Я очень довольна своей участью. Когда я училась в волшебной школе и сдавала экзамен на зрелость колючести, во мне были колючки между мелких уколов. Но и я расцвела. Это было красиво. Появилась в колючках волшебная сила. Я сразу стала еще колючее, еще острее и очень цепкой. Послушай. Да. А зачем тебе все это нужно? А в данном случае это за тем, чтобы расправиться с репкой. Со мной? Да со мной сперва справиться надо, а потом уже расправляйся, коли сумеешь. Ты немедленно исчезнешь. Мне Ваня велел тут его дожидаться, и я с места не зайду. А тебе и не надо, ты в земле родилась, в землю и уйдешь. Ты репка. Я уже Дунька. В землю. В землю. В землю. А я и его в землю сведу.
обманула меня, Ваня. Притворная дама, чудовище, злючка, колючка. Как? Она, наверное, потому и повела тебя кружить по лесу, чтобы сперва расправиться со мной, а уж потом с тобой. Ты ведь так и не нашел души деревьев, Ваня. Нет, не нашел. Ну, видишь, это же крапивные притворились душами деревьев, а мы-то и поверили. Только сердце, Ваня, прежнее во мне осталось, как маленькая репка, ботвичкой кверху, и колотится. Не буду я такая больше цепляться к тебе, Ваня. Ты иди. Иди, Ваня. Иди, Ваня, а меня здесь брось. Ну что ты? Что ты, Дуня? Побьем чудовище, с тебя чары сразу испадут. Как же только выбраться отсюда? Ваня, я все хотела предложить тебе, да боялась. Я ведь под землей родилась. Все подземные дороги и тропинки знаю. Ну? А вот я и подумала. А проведу-ка я тебя к чудовищу подземными путями. А еще даже лучше будет. Ты перед ним как из-под земли вырастешь. Ну что же, раньше-то молчала. Да я все думала. Перед таким-то боем тебе воздухом надышаться хочется. Ну, веди и поскорее. А не боишься, Ваня? Боялся бы, но чудовище бы не пошел. Пойдем, Ваня. Сведу я тебя в землю. Пошли, Ваня. Иди за мной смело, Ваня, смело иди. Свела я тебя в землю, Ваня. Иди за мной, Ваня. Иди, Ваня, за мной. Дай-ка я тебе помогу. Ты смотри, не запутайся, Ваня. Иди за мной, Ваня. Ой, Ваня! Сплошной сушняк над нами. Сплошной сушняк. Это же чудовище. Соки из земли тянет, Ваня. Соки из земли тянет. Сплошной сушняк над нами. Под землей, а светло? Так гнилушек под землей много. Вот и светло. Иди вперед, Ваня. Идем, Ваня. Пошли. Да не сюда, Ваня, а сюда. Вот, Ваня. Вот сюда, Ваня. Вот сюда, Ваня. Иди сюда, Ваня. Иди сюда. Вот, Ваня. Так. Вот. Все, Ваня. Не сражаться тебе теперь с чудовищем. Это я. Злючка-колючка, притворная дама-чудовище, свела тебя под землю и навек запутала в сухих корнях. И твоей Дуньке, репке, я указала ее место, в земле ее место. Теперь ей ни за что наружу не выбраться. Ваня, дерни за косичку. Ты как здесь оказалась? Я ж тебя заколдовала. Ну да, ты мне наверх пути заказала. А я ведь и правда в земле родилась. Все подземные пути дороги знаю. А что ж сама-то не подсказала Ивану, каким путем ему идти? Не догадалась. Ах, спасибо, что надоумила. Да теперь уж поздно. Болтается твой Иван, что золотая рыбка в сети. Дуня! А тебя... Ой, ой! Ой, ой, это же лук! Это же лук, я от него плачу! Ну, да не плачешь! Где взяла? К батюшке луку по дороге сбегала! Ох, зол был батюшка лук, что стрелы свои луковые ему вверх пускать нельзя! Вот и отдал он мне их для дела! А для какого же это дело? А вот для какого! Ой! Дуня, дай я ее рукояткой поучу. Иди, Вань, беси, тут все в волке. Запутала-то как.
Дуня. Ну, идем скорее. Теперь истинно перед чудовищем, как из-под земли вырастим. Дунь, можешь все-таки поверху, а? А чего ж поверху-то? Здесь же короче. Да ведь не для утайки ж, Вань. Ой. Злючка! Ой. А ну, беги поперед нас к чудовищу. Ой. И скажи ему, что мы с Ваней идем. И скажи ему, что мы с Дуней идем. И пущай, у него загоди поджилки трясутся. Пошли. И платочек мой. Действительно. Ой. Играете, стармоеды! Где мухоморф? Где чертополох? Где злючка-колючка? Сейчас его немилость изволит выйти. О, идет! Ой! Недоброе ли утро, милые мои? Недоброе, недоброе! Эй, хмель, дикий хмель, или что, нет уже в этом лесу такого? Как не быть, как не быть, ах, ваша невилость, шутник, с недобрым утром, ваша невилость, ваша невилость. Все в порядке. Поля вытоптаны, леса высушены. Ну, а что же ты не вьешься вокруг меня? А вот он вьюсь. Вот и вьюсь. Есть ли свежие новости? Ваша немилость, только сейчас поступили. Зачитать. Слушаюсь. С недобрым утром, дорогие поганки! Передаем последние сказочные известия. Пропала горошина. Из сказки «Принцесса на горошине» пропала горошина. Без горошины королева-мать не может установить, принцесса ли принцесса. Кроме того, сказка осталась без морали. Возможно, горошина закатилась в другую сказку. Нашедших просим вернуть. Как же ваш невилость вернуть? Мальчик-спальчик начал принимать витаминизированный рыбий жир. Он растет. Он уже с два пальчика. Возможно, он превратится в великана, и ему придется перейти в другую сказку. Ваш невилость, так ему и надо. Василиса Премудрая поступила в вечернюю школу сказочной молодежи, чтобы стать еще мудрей. Ты поступила правильно, Василиса. Я бы даже сказал, ваш невилость, мудро. Из новой сказки о короле Пиф-Пафе нам сообщают. Нашелся герой. Он идет, чтобы расправиться с чудовищем. Ай! R-A-C-B-R-A-V-I-T. Мягкий знак. Знаю, расправиться с чудовищем. Брат! Все, брат, браса! Злючка-колючка! Расправилась с героем и сказала, что сейчас будет здесь! Так велела сказать, расправилась! Так велела, передай, говорит, их немилости, нашей гнусности, что расправилась и скоро буду! И чтоб встречались с песнями и плясками! Наломайте нашей притворной даме самые пышные букеты крапивы. Встречать будем. Гуляет крапивное семя, заводит пир горой. Дым столбом, а пыль коромыслом. Они крапивные пусть плачут. Плачь! Гуляй! Гуляй! Разбузила, забузина, набузина.
кавалер чертополох, ох, неплох, и с такою дамой он хоть сейчас завести готов перечертопляс. Представляю из себя интерес, на округу всю, на весь темный лес. Я не плод здесь и не ягода вам, дайте морсу плодоягодного. С вами я готов плясать, бузина, эй, скорей подайте морсу вина, чтоб плясала, не жалела корней, чтобы сохли кавалеры по ней. Я на ногах сапожки лаковые, эх, да щечки губки лакомые, на листочках у меня перманент, сразу нравлюсь в самый первый момент. Это старинный кавалергатский танец. Гадриль. Гадриль. Танец, как у людей, даже приятно смотреть. А мне неприятно. Когда приятно смотреть. Неприятно. Слушайте, кавалер. Чертополох. Ну, спляшите какую-нибудь гадость. Гадость. Ну, может быть, что-нибудь это... заморское. Есть. Есть. Нет, не тот, конечно, случай, чтоб гадстрот или гаддучу грянем, грохнем, отчебучим. Модный танец. Гадость! Правой веткой тонкий стан обовью. По-заморски вам шепну I love you. Люблю. Это значит, потерял я покой. Это значит, будет танец такой. Ветер дует западу, гадость, ах, танец ты, ух, мне, дух мне, перевести, а гадость, ах, танец ты, ух, мне, дух мне, перевести. Сидит ворон на дубу, сидит ворон, сидит ворон, сидит ворон на дубу, сидит ворон, сидит ворон в окружении ворон. Раньше дул он во трубу, а теперь во саксофон. Сам знаю. Как с драконом о семи головах справиться, знаю. Да не нужно мне это, друзья мы с ним. Ну, был бы Иван Великан, Иван Царевич, на волке бы говорящим прискакал. Тогда другое дело привычно. А тут что, просто Иван? Ну, умеет, что у него хоть заколдован? Нет.
Что, просто меч? Да. Это уж совсем непорядочно. А с тобой как расправились? Пучком лука и голыми руками. Как ее так? Значит так, меч у него не заколдован? Нет. Нет. Говорящего волка-советчика при нем нет? Нет. Наговоров поди тоже никаких не знаю. Откуда? Все! Все! Надо укладываться. Ворованные покуи! Не сметь вмешиваться до времени. Идемте! Идемте, ваше количество! Куда ты меня тащишь? Идемте! Куда ты меня тащишь? А вы же царь-король! Вы должны посмотреть, как будет герой с чудовищем расправляться. Ну зачем мне на это смотреть? Ваше количество! А мы, кажется, пришли. Вон их немилость, чудовище! Ой, у меня что-то само собой от храбрости закрылись глаза. Ну и сиди так с закрытыми глазами. А ну, ложись, поганки! А ну, ложись, поганки! Ну, кто здесь? Чудовище! Ну, я. А что? Ты чудовище? Ну вот я и пришел. Давай сражаться. А зачем, Ваня? Я тебе и так уступлю без боя. Вот только дособеремся, позавтракаем и исчезнем, переселимся в другую сказку. Ну нет. Я сейчас женюсь, хозяйством обзаведусь. И некогда мне будет тогда за тобой по сказкам гоняться. Здрасте. А что я должен, собственно, сделать, чтобы ты смилостивился? Стань человеком. Я не могу. Разве ты не знаешь, Ваня, что все мы чудовища были когда-то людьми? И я тоже. Но вдруг меня обуяла такая невероятная жажда, и я стал отовсюду тянуть соки. Потом моя жажда стала такой огромной, такой всемогущей, что я начал тянуть соки из самой земли. Вот как я стал чудовищем. Нет, Ваня, нет. Я уже никогда не смогу стать человеком. Ладно. Тогда давай, кто кого. Постой. Постой. Мне на ум пришла одна чудовищная мысль. Послушай, Ваня, а зачем мне становиться человеком? Стань лучше ты чудовищем. Это ведь не так трудно. Не слушай его, Ваня! А ты боишься за ним? Нет, слушай. Это неправда, что все мы страшилища. Ну, посмотри на меня, ну. Твое лицо будет твоим лицом. В
внешне ничего не изменится. Только однажды. Равнодушно посмотри на человеческую беду. Только однажды. Равнодушно пройди мимо человеческих слез. Не слушай его, Ваня! Только однажды. Раздави птенца, выпавшего из гнезда, и не обрати на это никакого внимания. А дальше все придет само собой. Ты станешь равнодушным. Я буду тянуть это всюду соки, а ты не будешь этого замечать. Вдвоем мы с тобой станем всемогущим. Ну, я согласен. Ты побледнел. В глазах твоих сверкнули огоньки тщеславия. О, как это мне знакомо, тщеславие и жажда всего на свете. Вот начало чудовищного в людях. Соглашайся. И нам не придется с тобой сражаться. Ведь кто-то же из нас погибнет. А если это будешь ты? Только однажды равнодушно пройти мимо чужого горя. Только однажды, Ваня. Только однажды равнодушно посмотреть на чужую беду. Только однажды случайно раздавить птенца и не обратить на это никакого внимания. Однажды. Однажды, Ваня. Ваня! Да разве такого мечом возьмешь? Его пополам разруби, вместо одного два чудовища по сказкам разбегутся. Нет, ему другой меч нужен. Нет. Ненавижу свет. Прекрати! Прекрати сейчас! Что, света боишься? При твоих делах только и прятаться по темным углам. Прекрати, это нечестно! Нечестно? Я тебе темного места не оставлю. Ну, я лишь в ладоши хлопну, погибнет все. Неправда, слышишь гул? Гудят в деревьях соки, слушай. И прочистите. Прекрати. Еще полцарства королевства отмерить и получить. Перепок насади. А зачем далеко ходить? Совсем царством королевством управился бы. Ой. Совсем? О, здрасте. Где-то бегали и бегали, теперь пожаловали. Зачем? Бить. Только не гирей. Очень нужно пачкать свои гири. Мы пробьем последний час твоего царствования. Не выйдет. Назад! Время нельзя повернуть назад. Ванюшенька, простишь ли темницу, голубчик, а, Ванюша? Ну, ладно, ладно. От той темницы темнее в глазах не стало. Спасибо, Ванюшенька.
А как же с бывшим монархом? Может, хоть при дворе-то оставишь? Ой, а действительно, двор-то у нас теперь большой, а? Работы хватит. Вот при самом дворе ты и будешь. Так это что, придворником, что ли? Вроде. О, придумал. И смотри, чтоб чисто было в царстве и королевстве. Хорошо. Эка штука царства. А как же управлять-то им всем? А как печь хлеба печет? А это как же? Очень просто. Для самой печи не нужен и ни завтрак, и ни ужин. Так зачем же хлеб ей печь? А других печется печь. Ну, а чё ж, голова на плечах сидит, руки есть, ноги ходят. Управимся, Вань? Ну. Ну как? Хорошо. Да. Человеку голова, голова, не за тем, чтобы выговаривать слова, а за тем, чтобы, значит, мысли в голове, ну, хотя бы так, на. А лучше две, человеку две руки, чтобы дело, значит, каждый с руки, чтобы слабым, коли надо, помогать. И не-не, чтобы тащить и не пущать. Человеку две ноги, чтобы мчаться, коли крикнут, помоги, чтобы по сердцу дорожку выбирать. И не-не, чтобы...